суки, пойдем в КГСУ. Мама ездила на отдых, и у них были куда-то в Рим эти раскопки. И они говорят: ой, как красиво там, посмотрите, вот что-то тут развалины, там 917 век, я не знаю. И один мужчина говорит: я не могу, я архитектор, я хочу все построить, я хочу все разобрать, все отремонтировать, это очень плохо, я не могу, пойдемте дальше. КГСУ на небольшую экскурсию, посмотрели, как ребят здесь, как здесь учатся, насколько знаю, новые корпуса построили. В общем, немножечко изнутри изучили их учебный процесс и также приняли участие в небольшом, как бы сказать, интеллектуальной викторине, поиграли немного, познакомились с ребятами и, короче, классно провели время. Контакт с болельщиками, знакомиться с ними поближе, чтобы как мы знали, кто приходит болеть за нас. Может быть, даже было приятно какие-то знакомые лица на трибуне во время гимна увидеть. Мне кажется, им было интересно и полезно.